Рекомендую вам подписаться на канал Just Stop Me. Здесь вы найдете прохождение различных игр с максимальной передачей атмосферы и впечатлений. Очень качественные видосы, достойные вашего внимания. Здесь вы хорошо проведете свое время, поэтому переходим по ссылке в описании или в подсказках и подписываемся. Если ты хочешь начать делать рэпчик, уже на начальном этапе у тебя могут возникнуть трудности. Где взять крутые биты, как написать крутой текст и прочее. Специально для тебя существует паблик Fryzen Rap. Здесь ты можешь заказать авторские биты и текста для своих треков по самым мизерным ценам. Эти ребята написали текста для моих пары предыдущих батлов, и я настоятельно рекомендую вам этот паблик. Ссылка в описании. Дамы и господа, рэп батл Left 4 Dead 2 против Dying Light. Поехали! Left 4 Dead снова в теле, я survival и икона. Ты сравнил меня с метелью, но где же твоя корона? Меня недооценил на всех, мне хватит могил. Ты моя жалкая копия, хочу, чтобы ты гнил, что ты не из-под тебя. Ты сразу постиг вас супер луч, смерти Зои Уильям лучше. И спорить глупо, моему мастерству нет конца, нету края. Не сдав предупреждает, курильщик убивает. У руля Dying Light самый настоящий хоррор. Ты утопленник батла, жанр дерево и крона. Вокруг так много мертвых, и ты один из них. Узнав, кто твой оппонент, твой голос сразу же притих. Left 4 Dead, ты не хоррор, ты игра для детей. Я ясен, будто полнолуние, ты мутен, как метель. Очевидно, ты мне не годишься, даже в конкуренты. Попроси Гейба, чтобы не просил алимент. Тебе меня не победить, тебя не ждет даже опас. Тебя мертвый может убить, ты проиграл, Джокер Фас. Я герой гейм-индустрии, не считай, что ты элита. На тебя бросился хищник, твоя кровь уже пролита. Ты хотел достичь успеха, но тебя сожрали трупы. Я из тех, кто совершил скачок в индустрии крупной. Для тебя эти строки как дыру в груди отвертка. Что ты там не вякнешь, а сухой боем для мертв. Можешь похвастаться лишь компанией, составшей тебя. Жалко, но пришлось тебя кардинально менять. Графика как мыло 90, геймплей нулевой. Ты в survival нового ничего не внес с собой. Ты имеешь набор пафосных мертвецов, курильщик. Если кто там еще ударяет без лицом, в тебе нету экшена, нет ни доли выживания. Игра в тебя у геймеров отпала все желание. Я уступал в этом батле, ты ушел ко дну. Если ад это твой мир, то я в ад не попаду. Ты хочешь пощады, милосердие мне не идет. Я никогда не смотрю назад, иду только вперед. Я тех лэнд, а ты не проект, не шаткая пародия. Самооценка на дне, ты чересчур уродивый. На пьедестале Left 4 Dead, передавай привет скелетам в шкафу. Их секрет в моем явлении на свет. У тебя нет достоинств, я заявляю твердо. Кроме жадной компании, да и прочего сброда. Узнав, кто оппонент, горло подобралось рота. Зачем ты нужен Valve, если есть CS и Dota? От нашего боя твой профит не прыгнул выше нулевой отметки. Ты же не сумел на батле выжить, да ты набрался смелости ко мне двинуть поближе. Но теперь стоишь на краю, а страха неподвижен. Кто победил? Кто следующий? Тебе решать.